полотно по две нити африканского агата. Вот такой цвет и вот такой малиновый. Бело-малиновый и бежево-серый с желтизной небольшой. Белый цвет, бежевый. Я приобрела с целью изготовить длинные бусы. И между бусинами, крупными бусинами агата, я решила вставить стекло, чтобы не исполнять в узелковой технике. Для светлых бус вот такое стекло, а для малиновых бус вот такое, немножко, как, не знаю, как этот цвет назвать, похоже на цвет цитрина, такой золотистый. Я думаю, подойдет, потому что здесь тоже есть такой цвет, присутствует. Малинового цвета я не нашла стекло, белый цвет слишком ярко, наверное, будет смотреться бусина. Вот этот цвет очень хорошо подойдет, посмотрите, что получилось. В итоге вот что у меня получилось. Как оказалось, стеклянные бусины слишком маленькие для того, чтобы их вставлять между крупными. Я взяла бусины 4-миллиметровые, бусины с огранкой из натурального сердолика. Агатовые бусины очень широкой цветовой гаммы. Здесь присутствует и белый, малиновый, оранжевый цвет. И немножко сероватый даже есть, розоватый на некоторых бусинах. Поэтому сердолик очень хорошо сюда вписался и смотрится гармонично. Вторые бусы получились в бежево-белых тонах. Немножко присутствует здесь и серый цвет. Ну, три цвета смешались в этих бусах. Белый, серый и бежевый. С плавными переходами. В эти бусы я добавила цитрин. Вот эти мелкие бусины между крупными — это натуральный цитрин. Я думаю, что данное украшение подойдет для летнего наряда. Бежевый этот наряд будет либо в белых оттенках, либо в бежево-белых. Это украшение прекрасно дополнит ваш наряд. Бусины хорошо отшлифованы, блестят, переливаются. Смотрите. Конечно, украшения получились не дешевые, но и камни довольно редко встречающиеся. В магазине я их еще не выставила, потому что у меня закончилось место. Цена на эти украшения будет в описании под видео. Заказать можно, не дожидаясь, пока я выставлю в магазин. Если вам понравилось, можете писать мне на WhatsApp. Отправлю в ближайший будний день. Ну все, спасибо вам за просмотр. Всем пока!